Всем привет! С вами Зилова Соня, вы на канале Easy Style Balloon Spot. Я не знаю, помните ли вы или нет, но у нас продолжается челлендж. И в нашем челлендже было сердце со цветами. А я решила это приурочить завтра в Израиле День семьи. Все знают, что у меня есть маленький любимый друг, ассистент. У нее же есть свой канал. Канал ее называется Easy Style Kids Time. И вот именно для нее она моя семья. Она часть моей семьи, у меня есть еще большой такой же друг. Он не ассистент, у него канала нет. Так вот, и этот самый подарок, который я сделаю сейчас, я ей подаю завтра на День семьи. Но она об этом не знает. Мы об этом ничего не скажем. Ну что ж, нам нужно большое фольгированное сердце. Шары длинные, красненькие, маленькие, большие и так далее. Но мы сейчас по дороге, еще не знаю, что мы будем делать. Ну, как бы не знаю, что именно. По дороге с вами разберемся. А до того, как мы начнем, ставим лайк, подписываемся на канал и, естественно, нажимаем на колокольчик, потому что в конце видео мы узнаем, что у нас будет в следующем видео. Что ж, я вот выбрала вот такой вот... Ой! Привет, привет! Привет! А вот мой маленький любимый друг, мой любимый ассистент. О, ты сегодня с шариками? Что это у нас за праздник? Помогать надо вообще-то, и я все время запутываюсь в твоих шариках. То есть надо помогать. Хорошо. Хорошо, будешь помогать. Мне нужна палочка. Палочка вон там есть. Вот. Мы берем, ну вот. Ну ничего, все будет хорошо. Никто ничего не знает. Это. О, вот эта палочка, спасибо. Для того, чтобы надуть фольгированный шарик, что же у меня сегодня с этим словом, нам нужна такая палочка, да, мы уже снимали не раз, сейчас я просто быстренько это сделаю. Мы отпустим нашего друга, чтобы он не видел, что мы делаем, и если нам понадобится помощь, мы его подарим. А еще она обычно в конце... оценивает наши поделки. Вот, вот из такого сердца я сегодня буду делать наш подарок. Никто об этом пока что не знает. Вот такое замечательное сердце. I love you. Оно, кстати, очень подходит и к этому. К дню любви. Помните, да? Проверяем, что оно бьется. Так, сердце мы с вами надули. Это мы отложим в стороночку. У меня такая идея есть, чем украсить. Теперь мы надуваем подставочку для нашего сердца. Учитывая, что сердце у нас небольшое, то и шарики мы будем делать не очень большими. Раз. Два. Связываем два, как обычно. Четыре. Не убегать, стоять, бояться. Оп. Четыре. Раз, два. Это наш первый этаж. Это была мысль сделать с одним этажом, но пока я тут с вами делала, решила сделать с двумя этажами. Для этого нам нужны еще, наверное, белые шары. Сейчас мы посмотрим. Белый. Так, это мы уберем. Это мы поставим. А вот и нет, я возьму красные шары. Раз. Два. Три, четыре. Кстати, для тех, кто не знает,
Канал Easy Style and People с миру по мысли. Мудрому стратегия уже вышел в эфир, вышел со своим первым интервью, и там очень интересно. Не имеет отношения к шарикам, но очень интересно для того, кому интересно вообще узнать о жизни людей. Супер канал. Приглашаю вас просто посмотреть, о чем идет речь. А дальше хотите оставайтесь со мной, хотите продолжайте как бы со мной только в шариках. Ну что ж, вот. Вот подставочка для моего сердца. Она мне очень нравится. Теперь я поднимусь чуть подальше, чтобы вам ее было видно. Ну, в общем, придется ее поднимать. Потому что... А, вот, мы сейчас сделаем так, чтобы вам было видно. Ба-бах! О, вот подставочка. Там, где есть шары, всегда что-то лопается. Вот мое сердечко, которое я хочу сюда одеть. Его я, как всегда, привяжу лопнутым шариком. То есть мы, как всегда, заворачиваем. Помним, да, вот тут вот заворачивать иногда оно отцепляется, поэтому заворачиваем хорошо, опс, завязываем хорошо, берегите руки, иногда это больно, но не настолько, чтобы сильно плакать. Переворачиваем с этой стороны. Завязываем. Теперь я хочу сделать красиво. У меня есть такой один прием, очень любимый, поэтому с прошлой работы остались вот такие вот шарики. Маленькие шарики надут, то есть совершенно рандомально, и они нам очень подходят по цвету. Я хочу, чтобы стоечка была покрасивее. То есть у меня три шарика с одной стороны, три шарика с другой стороны. Все это завязано на ШДМ, на длинном шаре. Я это вставляю по бокам. Раз, два. Раз, два. Количество зависит от вашего желания, сколько вы хотите вот прям шаров ставить, да? К сожалению, остальные заготовочки ушли к моему другу на шляпу. Ей дело очень понравилось, а значит, ей понравится мой сюрприз. Я бы, на самом деле, вот эти шары вытащила бы сюда. О, вот так. О, классно. Да? Замечательно. Чуть-чуть развернем наше сердечко. И вот везде сюда я бы добавила цветочков. И вот теперь у меня дилемма. Какого цвета сюда добавить цветочки? Я думаю, что розовый пойдет нам Айдану. Да? Учитывая, что мы делаем это для маленького друга. Если это женщина, то да, какие-нибудь красные цветы, да, супер. А учитывая, что мы это делаем для Ксюши, надеюсь, она меня не слышит, мы добавим сюда розовые шары. Посмотрим, ли этот розовый нам пойдет. Нет. Он очень сильно выделяется. О, может быть. Вот этот розовый будет более актуальным. Нет. А тогда, может быть, мы сделаем белые шары, белые цветочки. Как бы очень не хочется красным. Белый. Ну что ж, повторение мать учения, и мы повторяем с вами, как делать цветочек.
Раз. Два, 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 шесть. Ну, давайте сделаем седьмой. Я люблю, когда у цветка много лепесточков, когда он прям густой. Выпрямляем. Цветочек. О, классно. Сейчас мы ему сделаем сердцевинку. Вот у меня есть маленький оборвыш. Вот такой вот смешной маленький оборвыш. Я отмечаю для себя, какую сердцевинку, какого размера я хочу. Для тех, кто не знает, не помнит, не видел, не уловил сейчас, как мы сделали цветочек. Есть отдельное кино про цветочек. Я хочу этот цветочек вот сюда. Вот так он у меня будет выглядеть вообще супер. Да, цветочков можно сделать больше. Я даже думала, что мы сделаем больше, но мне кажется, что вот так. Вау. Была задумка сделать побольше цветков, но как бы, чтобы не было лишнее. Для того, чтобы наклеить цветочек, мы, как всегда, берем нашу двухстороннюю клейкую ленту. Мне нужен достаточно большой кусочек. Опс. Для тех, кто говорит на иврите и на, лучше, чем на русском, и легче понимает на иврите, то, напоминаю, у нас открылся канал с шариками на иврите. Так что, если вы... Если вам удобнее на иврите, там не то же самое. Ну, как бы, в шарах все то же самое. Главное видеть, как все это делается. Главное понять принцип, а дальше уже... Ну что ж, я хочу поставить прям вот, вот сюда. Вот так. Вау. Класс. Вот так быстренько и простенько мы сделали с вами подарок на День любви. Если хотите, чтобы он был более устойчивый, то сюда мы ставим грузик, как в любой другой композиции. Вот. Мне кажется, что вообще вот прям вот идеально все получилось. Скажите мне, как вы считаете, я буду очень рада услышать ваше мнение. Опять у нас все красно-белое. Наверное, вот февраль такой месяц, когда любовь, когда красная, когда белая. А я буду рада услышать ваши комментарии по поводу композиции. Это наша прошлая, кстати, работа. Те, кто не видели, могут посмотреть. Это плоская стойка, она у нас стоит. И мы ее, наверное, тоже кому-нибудь продали на День любви. Вот. А я, наверное, прощаюсь с вами до следующего видео. Но до того, как мы с вами попрощаемся, мы взорвем шарик. Ну, почему-то шарик у нас остался последний, а вот не последний. У нас есть один, который упал, и именно тот, который упал, мы с вами и взорвем. Но для этого мы, может быть, сейчас... Нет, мы не будем звать нашего консультанта или ассистента, а то она увидит то, что я хочу подарить ей завтра. Вот. Ну что ж, взрываем шарик и узнаем, что у нас будет в следующем видео. До того, как мы его взорвали, нажимаем на колокольчик, а потом вы узнаете, о чем будет речь. Ба-бах! Когда шарики взрываешь сам, то ты их не боишься. Цветок с плоскими лепестками. Вау, это вообще супер композиция. И это пластик. Это длинный шарик в круглом шарике и так далее. В общем, чтобы не пропустить цветок с
с плоскими лепестками, которые мы будем делать в следующий раз, жмем на колокольчик. И, естественно, подписываемся на канал, пишем комментарии и обязательно ставим лайк. Ведь художнику всегда приятно. А я еще раз показываю вам, что у нас получилось. Творите, вы думаете, пробуйте, меняйте цвета, делайте так, как вам нравится. Я вас всех люблю. Спасибо вам огромное. Всех с днем семьи, с днем любви. И радуйте своих любимых, родных каждый день. Не ждите дня семьи, дня любви. Просто каждый день делайте им приятное. Bye-bye!